Привет всем любителям рукоделия! Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс, но сегодня у нас видео совместное с моей дочкой Алиной. Она увлекается вязанием, увлеклась недавно. В трансляции вы сможете посмотреть ее первые работы. Вот сейчас вы видите куколку. Она еще не закончена. Которую связала Алина, но она еще не закончена, поэтому подробный обзор Алина делать сегодня на эту куклу не будет. А мы сделаем обзор на посылочку, которую мы получили от нашей рукодельной подружки Олечки. Она приезжала уже ко мне в гости. Я в конце видео оставлю ссылочку, вы посмотрите. Когда Оля приезжала в гости ко мне, мы с ней ходили на встречу вышивальщиц. И Оля опять прислала посылочку. Это посылочка для Алинки, но и для меня там есть сюрпризик. Сейчас мы посмотрим, покажем. Мы уже посылочку распаковали. Так, снимаем все одним дублем. Так, ну-ка посмотрим, что здесь Оля прислала. Начнем со сладкого. Со сладкого. Мы уже знаем, что у нас где. Алина знает уже, где лежит сладкое. Поэтому с этого и начнем. Я не знаю, как вы догадались. Вот это моя любимая шоколадка. Вот это мамина любимая. Мама любит молочный шоколад, а Алина... Тут карамель арахис я недавно попробовала. Мне так понравилось. А она... это, кстати, новинка. Она не так давно вышла, вот эта шоколадка карамель арахис. Тебе уже полюбилась. В больницу Паша, да, принес. Мне понравилось. А я тоже, кстати, люблю арахис. И тоже люблю карамель. Вот, но пряжу мы еще подробно не смотрели, сейчас будем вместе с вами смотреть. А здесь еще какие конфетки? Ну вот такие еще. Чернослив в шоколаде, я обожаю чернослив в шоколаде. Только вчера Тимуру говорила, пора ехать за конфетами, у нас закончились конфеты. Так что теперь у нас есть конфеты, и мы можем пить чай с конфетками. Спасибо большое. А здесь еще и абрикос в шоколаде. Абрикос, кстати, я не пробовала, чернослив пробовала, абрикос... А, нет, вроде пробовал когда-то. Ну, в общем, попробуем. Потом скажем, что это за конфеты. Большое спасибо. И сейчас будем распаковывать пряжу. Ну, здесь я уже вижу, что какая-то пихорка. Пихорка. Родная какая-то. Я такую не знаю, не видела еще. Так, осторожненько разрезай. Ну, она нам сказала, что у нее акрил вот этот вот. Да, там разная пряжа, просто сейчас Оля вязанием не увлекается. Ой, посмотрела наше видео, что Алинка увлеклась вязанием и решила отправить пряжу нам. Это акрил такой мягкий? Ну да. Такой очень мягкий, мне не может такой. Быть, шерсть акрил? Нет, шерсть наоборот грубее. Угу. А это прям мягкий, как будто там... Детская, наверное. Детская. Вот это такая же. О, вот это красиво. Угу. С переходами. Желтый мне как раз такой цвет нужен был. Хотела цыпленка сделать, а мне нет желтого. Цыпленок будет? Угу. Будет желтенький цыпленок из этой пряжи. Такая мягкая прям. Не знаю, у меня почему-то не такая. А вот что это? Это, наверное, такая же пряжа? Что написано? Нет, это ореола. Это такой, не знаю, акрил. Акрил, ну вот и это такая же, значит. По-моему, одинаково перемотаны. Нет, мне кажется, нет, немножко помягче. Другая, да. Угу. Вот потом спросим, это что такое? Это же такую хочу покупать. Ну, хочешь покупать такую, но если Оля помнит, вот, вот какая уже... маркировка здесь была. Вот это уже, по-моему, пихорка. Пихорка? Я теперь тоже все трогаю. Я не вязальщица. Я не разбираюсь в пряже, Алина только-только начала. Вот, пихорка изучать. Народная. Угу. Я такого не знаю. Ну, на ощупь такая же, как и детская новинка. Угу. На камере такой синий насыщенный цвет, да, а здесь красиво. Она голубая. Немного так и голубоватая. 30% шерсть, 70% акрил. Угу. Так, давай я уберу второй пакетик, будем распаковывать. Некоторые моточки Оля сматывала уже, начинала что-то вязать, но мы сказали,
Она спросила вам. Да, вам говорит такая, пойдет перемотанная. Я говорю, конечно, пойдет. Нам еще лучше перемотанная, меньше работы. Так, как это открыть, чтобы не задеть? Аккуратненько, аккуратненько. А это мне. Пока Алина распаковывает, покажу вам открыточку. Я коллекционирую открыточки. У нас продают их в метро. Ну, ой, в метро, что сказала? В Леонардо. И там у нас маленький выбор. Потому что мы в Леонардо едем мимо магазина метро. Вы сейчас с папой просто о метро разговаривали, что папа поедет. Да, мы что-то про метро разговаривали. А мы едем мимо метро, заезжаем туда и в Леонардо. В общем, в Леонардо такие открыточки продают, но там что-то маленький выбор. Я вот как приеду, всегда какие-то сюжетики, которые у меня уже есть. Я не знаю, буду ли я вышивать эти такие сюжетики, но я коллекционирую эти открытки, но вот такого грибочка у меня нет. И вот здесь еще магнитики. Я так подозреваю, что эти магнитики Оля сама делала. Вот тут пуговки. На магнитах приклеены пуговки. А я использую для вышивки вот такие вот магнитики. Я всегда или иголочку цепляю, или схемку креплю. Ну, в общем, всегда у меня вот такие магнитики. Они мне нужны в каждой работе. Спасибо большое, Олечка. Так, что там у нас? Я расшиковала. Он такой красный, но я так не пойму, тоже это... Ну, на ощупь похоже на пихорку, но это толще, чем пихорка. Мне кажется, шерсть акрил. Это игрушка. Динозаврский. Это игрушка. У нас есть игрушка, которая повторяет звуки. Ричард от нее не отходит, лает. Ну, белый, черный это всегда нужен вообще без игрушек. Там на лицо, на глазки. Вот. Мы не давали желтый. Ему, он сам взял. Папа говорит, это вы вот что, Ричард, такой игрушку. Такой же фирмы. Надо спросить потом, что это за фирмы. Потому угу. что этикеток нету. Ну, может, не помнит Оля еще, какие были ярлычки. Я, например, не запомнила бы. И вот и а это травка. Мы ни разу не вязали из травки. Алина ни разу не вязала. Такие мохнатые игрушки были, да? Да, Оля уже перемотала в клубочки. И будем пробовать вязать что-нибудь. Что-нибудь будем пробовать. Папа, мы видео снимаем, а вы с Ричардом нас отвлекаете. Алина, он утащил моток ниток. Ричард, иди. Ричард, ну-ка отдай. Дай. Он утащил. Так, тут не получится вырезать. Отдал, молодец, отдал. Ах ты засранец такой. Ну-ка, ой, простите. Одним дублем. Я не привыкла снимать одним дублем. Тут очень красиво. Там какие-то ниточки розовые есть, и синенькие, голубые. Угу. Да, там да? как-то там, смотри, розовые и фиолетовые есть. Прикольно. Спасибо большое. Очень красиво. А теперь свой подарок покажу. Вот такой наборчик. Я не знаю, как Оль догадалась, какого наборчика у меня нет. Я же не показывала свои запасы. Я не знаю, откуда... Откуда Оля узнала, что в моих запасах нет такого набора? Обожаю цветы. Очень красивый сюжет. Моя любимая чудесная игла. Мне все сюжеты от чудесной иглы нравятся. И что интересно, у меня почти все дизайны есть. А вот такого нет. Большое спасибо, Олечка. Не знаю, как ты догадалась. Посмотрите, какие обалденные нитки. Ну, вы уже знаете, да, что я люблю синие, голубые, сиреневые, бирюзовые. Вот такие оттенки. Обожаю. Ну и 14-я канва. Самая-самая моя любимая. Вот такие у нас замечательные подарки от нашей рукодельной подружки Олечки. Еще раз большое спасибо. Спасибо. Зрителям спасибо за просмотр. Всем желаем удачи. С вами была Инесса и Алина. Пока-пока. Пока.